На связи это Настасья Поползина и Игорь Костенков. У которых субботник полным ходом. Кстати, судя по картинке, ветер понемножку постихает. Да, я думаю, он просто дует им в лицо, и нам непонятно. Настасья, что же происходит сейчас? Рассказывайте. Еще раз доброе утро, студия, доброе утро, наши дорогие телезрители. Напомним, что включаемся мы с острова Татышев, где мы находимся с нашими участниками проекта «Семейный субботник». Третье испытание уже позади, мы закончили побелку деревьев, и прямо сейчас наши товарищи из трудового отряда главы города считают покрашенные деревья и через некоторое время будут готовы подвести результаты. Но это не праздное занятие, которым мы сегодня занимались. Все-таки покраска деревьев отпугивает, действительно отпугивает вредителей. Рядом со мной команда «Филькина грамота». Еще раз доброе утро, ребята. Веселые, задорные. Нужно отметить, что это настоящие герои. Есть такое хобби у данной команды. Они очень любят хоккей. Они просто болеют хоккеем. А мы знаем, что сегодня наша сборная играет со сборной Швейцарии. Поэтому, казалось бы, логично поспать с утра подольше, набраться сил и потом уже смотреть, поддерживать нашу команду. Но, тем не менее, ребята встали все-таки, вышли на улицы для того, чтобы сделать наш город красивее. Скажите, откуда такое рвение? Очень мы хотим внести свой вклад в облагораживание нашего города, нашего замечательного парка, острова, точнее, Татышева. Вот. И гордимся тем, что есть такая возможность хотя бы немножко, ну, приукрасить наш замечательный город. Да, и вечером планируем кормить сусликов. А как же хоккей? Скажите, как будете болеть за нашу сборную? Громко. Громко все болейте за хоккей. Наши пока хорошо играют. Будем надеяться, что будет так же дальше. Ну, день начался хорошо, значит, вечер будет хороший. Будем надеяться на победу нашей команды. Но пообщаемся еще с другими участниками. Я думаю, что уже стоит поговорить с командиром трудового отряда главы города Василием Торгашиным. Вася, расскажи, пожалуйста, каковы итоги сегодняшнего испытания? Просто времени маловато, поэтому, чтобы успеть все прокомментировать. Постараюсь очень коротко. Дело в том, что тут было сложнее, чем судить велогонку, которая параллельно с нашими действиями тут проходит. Не могли мы просто определиться за время, поскольку у всех разный объем деревьев. Поэтому взяли несколько основных параметров. Это скорость, количество покрашенных деревьев, качество, ну, в плане того, насколько оптимизированно использовали подготовку. В общем, по нашим итогам, мы покрасили более 28, около 30 деревьев за сегодняшний день. И лидерами сегодня становится семья Новак вновь. Вот это да! А вот неожиданно было, потому что ведь сначала лидировали Филькины. Вообще, да, лидировала команда Филькиных, совершенно верно. Они покрасили очень быстро, очень много, ну, как бы немного, но 6 деревьев хорошо прокрасили, много прям покрасили. Видно было рвение, потому что краска летела вообще только так, я старался рядом не ходить. Также команда, не помню, напомните фамилию, вот Квитковских, да, которые тоже покрасили много деревьев, но тут уже диаметр играет роль тоже, мы старались смотреть совместно с коллегами, поэтому вот такое решение сегодня. Спасибо большое. Команда Новак, мы вас поздравляем очередной раз сегодня. Молодцы, большое вам спасибо за такое участие. Кстати, хочется... Да. Надо отметить, только что оттерли с лиц известь, потому что были полностью... Наши малыши. Да. Им надо сказать спасибо. Уже убрали, наверное, но ребята действительно работали еще и маленькими кисточками. Вот не зря ребята любят рисовать. Этот инструмент домашний, рисуем картины дома. Ну что же, а мы напоминаем, что наши команды борются за главный приз. Итак, главный приз, за который борются участники, это семейный отдых в загородном клубе «Бузим». Лето на «Бузиме» – это развлечения для взрослых и детей, велопрокат, шашлыки, вечерние развлекательные программы, прогулки по лесу и отдых у живописного озера. Загородный клуб «Бузим», телефон 266-16-20. Ну, мы напоминаем, что с одной из наших команд, командой «Дружба», это семья Квитковских, можно будет познакомиться сегодня еще в течение эфира программы «Утро на Енисей». Это будет уже в следующем часе. Студия, вам слово, мы прощаемся и уезжаем с этого ветреного места. Я надеюсь, вы, ребята, согреетесь там, куда вы приедете. Вас ждет чай, и все прекрасно будет.